Всем привет! Обалденно отдохнули. Решили, что все-таки уже пора возвращаться в Москву, тем более скоро у нас начинаются рабочие будни, и надо уже, как говорится, честь знать. Кратко по рынку. Графики попозже покажу. Сейчас просто, так сказать, расскажу вкратце. Биткоин у нас, как и планировалось, идет вверх. Как, собственно говоря, Dash и Bitcoin Gold. Единственное, сейчас я наблюдаю за Dash, и у меня складывается такое впечатление, что он у нас выходит в боковик, и пока мы получили на нем довольно неплохой профит, надо бы его продавать. Собственно говоря, Bitcoin Cash у нас набирает обороты, как и планировалось. Графики сейчас покажу, сейчас у нас посадка будет, прямо с самолета разберем. Да, не успел записаться в аэропорту. Сейчас быстро запишусь, пока буду лететь, смонтирую. И, соответственно, когда прилечу, выложу. Смотрите, биткоин у нас идут довольно неплохие объемы. При этом, видите, вот свечки на спад, когда идут, здесь объемов почти нету. Собственно говоря, это значит только одно. То есть то, что мы идем с вами наверх. Плюс, смотрите, какие на каждом подъеме везде идут объем аж за тень свечи. Это хорошие объемы, то есть это... То, что планировали вчера, позавчера, именно такой рост. Так, соответственно, те, кто помнят то видео, где я рассказывал вам про свой портфель, Zcash у нас пошел наверх, причем объемы здесь очень недурные. Хочу вам сказать, что вот эти объемы, скорее всего, сейчас Zcash выкинут еще выше. Я лично уже проставил ордера по $750-$780 на продажу. Хотя есть нехилая такая вероятность, то что мы с вами выскочим за предыдущий максимум. По ЗЭКу у нас пока такая информация. Друзья, увы, график по Дашу не хочет открываться сейчас. Смотрите, вот эта цена, $1249, она у нас уже вторые сутки висит. И этот флэт меня, если честно, не очень устраивает, потому что предыдущий пик у него был $1500. И не факт, что сейчас мы возьмем этот пик. Поэтому я решил большую часть Dash продать и перенаправил все эти объемы в Bitcoin Cash. По Bitcoin Cash идет, собственно говоря, тот прогнозируемый рост. Так сказать, назло всем тем, кто был с этим не согласен. Друзья, как обычно, кратко и по делу, без лишней воды. Подписывайтесь, комментируйте. Всем всего самого наилучшего. Работаем. Давай, всем привет! Что скажешь, какие прогнозы? Холодно!